Приезжай, за бубоном поиграешь. Справа. Пацаны, тебя возьмут. Они-то этого не знают. Ну что, увидимся где-то, я знаю, как ты планируешь, да, потом как-то своими, да, Миша? Ну как это, или ты оставляешь машину? Хорош! Нет, это не вопрос. А, все? Ага. Ну, ориентируйся, чтобы в час мы будем у города выйдет. Завтра? В час от церкви мы где-то планируем выйти. Ну, может, даже и раньше, там, ну, как служение там до 12, может, даже там где-то в пол первого поедем. Ну, как засвободимся, так сразу там поедем. Сейчас я буду продумывать эти моменты, как лучше. Потому что у меня проблема, как бы, я не знаю тоже, как ее решить. Ну, как? У меня дома, и я, получается, не могу его с собой взять, потому что он пропадет. Я вот это думал, ну, наверное, кого-то все равно надо просить или как-то. Тебе далековато. А там такое, как бы, что... Ну, я не могу так. Ну да, и где там упали? Это просто... Так много, не сильно-то и много. Ну, слушайте, мы там где прыгаем. Не, Ева тоже. Ну, хотя не знаю, Ева вроде не знаю. Ну, проходишь детские площадки. Ну, если можно. Я еще не расписал, как на кого брать машину. Надо, чтобы ты как это успел по времени, чтобы со всеми ехать. Ну там уж никого не было. Там поворота на лобби. Это что, там кому цвет? Плохо, давай! Ну, самое простое, это ты просто должен... Ты просто должен... Короче, ладно, давай. Что? Я заезжался. В Антоше? Да. Да ничего, я туда-сюда. А что ты со мной на улице? Какой вопрос? Не, ты кто, Антоша должен? Не вижу. А там, да, они спрыгнули. Нет. Ты как, Саша? Не, ну что-то там она пыталась.
писать, говорить. А то мне виски, а то чтоб кто-то бежал под это, чтобы не поддать. И хотя ничего делать. А то может Шурота убивать, чтобы выбить его. Шурота не может выбить. Сейчас как уйдет, бей. Димашка, Димаш, иди. Завтра, смотри, это. Ну вы же там плаваете, плавательное берите. Паш, подиди, Паш! Пытаться. С косичкой это Дима, что ли? Поколение. Солодок. Нет? Темненький такой. Что кеп? А, все, я понял. Это Быковский. Петровский. Петровский. Ну, смотри, там, я не знаю, мы ж это. Давай, я попытаюсь по машине не скидывать. Много машин уже, да, Дим? Да. Я все пропускаю. Да. 10 машин. 12. Ну все, да, я за ними там уже. Да, это, наверное, долго. Мне, скорее всего, что я брать поехать. Есть докторский комплект? Сейчас, Борис. Я думаю, может быть, не надо взять. Может быть, я к тебе, может, я к тебе Паша не помогу. Только не взял с собой этот бандаж, понял? Ну, я Алика видел. Что тебе надо, Мать? Есть заморозочка? Сейчас, где Борис? Где Петя? Ну, Борис. Борисыч! Заморозка. Как так можно выбросить?
важного? А как можно было свалить от важного? Ну, с рук кинуть на него. Вроде во вторник или в понедельник вечером. А, то есть до этого тебя все равно никак не возьмут, да? Прикинь, никак. Ну, я схожу в понедельник, чекну. То есть ты можешь погибать, а... Прикинь. Она говорит, что типа у них только начали принимать, вот, когда анализы начали брать на COVID. Только тогда начали болеть. Вообще закрыто было все. Говорит, у нас их вообще сейчас понты в больнице лежат. Все такие советчики. Уходи, блядь! Лёша! Побей, блядь! Тут прострел, блядь! Справа поактивнее. Там ровнее команда. Ровнее, да? А тут как бы... Да нет. С кем поколение играет? Патриот. Не, получше. Но сначала они выглядели ужасно. Как подрастоптались. А, там забили, да?
Влади мы уже горели, уже сравняли и поедем. Люди из группы выйдут, да? Нет, так тут все выйдут. Все выйдут? Не, ну а куда выйдут? Ну просто так все будут потом. Это как квалификация. Все по силам. Разделятся, кто... Первые, вторые с каждой группы. Третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые. То есть не будет такое насилие, когда обычно там бывает, сильные попадают. Сейчас все со всеми играют. Сейчас были сеянные, были, ну понятно, что вы тренировали. А потом как бы должно быть интересно. Должно быть это время, сам, 10-0 там что-то, да, такое? Че 10-1? Ну, короче, там что-то огромное, по-моему, было. Ну, вот как бы потом во второй стадии турнира уже дальше. Не, ну как, ну, окей. Просто пусто. Глянь, что творится. Три. Мне, в принципе, если будет один гол за матч, неплохо. Вообще, я не могу. Как дрон там, 20-летний матчей. О, Вику. Жесть. Обзор как матч. С вырезанными паузами просто. Слышь, я вчера хоть дешево ответил. А ты шо? Дали, да? Ну да, вчера такой. Да я вот только увидел, что под 6 тысяч дают за это. То я взял. Чё бы и нет, да? Чеха взял, и этот от 20-го, и на них он там бил по 6-го. Ну уже так, интересно, что это. Ну опять не всегда так, когда ты привыкаешь на чём-то. На одном, да, и рука становится в правильную позицию. При том, что я так, что на две настреляют, уже не проблема. Особенно если кто-то генерал. По сале это вообще легко. А две? А заметчик не вышел. Ну так, чуть спокойнее. Миша жалеет Кенни. Понятно, что еще экипажик там вверху, это как реально. Но когда их будет много? Да, я понимаю еще. Какой-то досылайт мне вчера подарили там еще. Подарочный, да? Подойдите к нему! Да ты пришел к нему, алло! Нахуя! Нахуя! Алло. Здравствуйте. Плюс 2. Да, 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 да. Слышь, ну весело, весело. Превращается в миньку. Дрон! Дрон! У тебя почти минька! Да? Алло, да. Так вы там кто снимаете, там, блядь, интересно. Там экшен хоть какой-то есть. Где у вас камера получится? Нахуй бить! Нахуй бить! Я ж такой вкалю, блядь, открывай! Сейчас драка будет по-любому. Так, своим.
хотя среди своих тоже было. Да что нет, между собой. У нас были случаи, когда свои собрались, и судья был кидал. Капец. Да Игорь Валерьевич, поиграли. С утра так было весело, братан, что думал, что не приеду. Ну как-то волнами, знаешь, вчера вообще четко было, ты что, я отлично себя чувствовал. Сегодня с утра проснулся, фиг его знает, что оно такое. Причины не говорят. Да ничего ж не говорят. Трубку глотал? Угу. Ну все нормально, да. Ну там, да, типа, есть там креатив, всякая фигня еще есть, ну, такого, ничего серьезного, типа. Точнее, что вчера поменьше шмалило. Мы вчера ходили с утра, анализы ходил, сдавал опять. Как-то вообще хорошо было. Сейчас именно аж, ты что, ноги, у меня сгорят ноги. Да, прикинь. Ну, это лидеры, это сены. Угу. Ничего удивительного. Еще один, да? Ну, что ж второй тайм? Ну, хоть оставили бы чуть-чуть. Больше тебе скажу, еще вторая игра. А, ого! У них же, да? Ты шо? Если сразу, это жесть. Ты что, смеешься сейчас оббегать на вот этом? Когда-то, братан, по такой погоде тут дневной турнир у нас тут. Из 10 до 7 утра. Там такая тема, ты играешь, ну, выиграешь, проходишь дальше. Ну, большое. Такие приехали, короче, типа, такая, что ты нормально можешь сыграть на полчаса. Максимально можешь весь день. Ого. Как-то так сопровождали. Левую выиграли. Ну там что-то лечился, как бы вторую выиграли. Вот теперь в тот день в Тюни было, 36. Жесть. Там, и толку, да, что ты там под дерево? На следующий день вот этим вот, большими пальцами на таких подушках просто вот обе ноги. Годянки, погорело, все пацаны бегали, вот так вот, малейшая пауза, так вот, на жопу, ноги забирали, ноги горели, ну, просто, мы дошли до финала,
і інші речі. Вони там зіграли, як зіграли, там щось так. Проіграли. Ну просто пацани не ходили з поля. Ми приїхали. А що? Право выбора. Жесть. Ты справедливый. Это будет хорошим. Более. Хочет, хочется понтировать. Что ты, гуляешь? Да пошел туда посмотреть, пацаны. Что, форт так ведет? Ну так вот, сколько надо, столько и. И ведет. Неохота бежать, вот такое ощущение. Нет смысла. Вот надо два, надо два, надо четыре, будет четыре. Ну вот такое ощущение. Фотограф. Да сегодня не легкий, не Тёмы. Тёма на смене, да? Фадию подтягивали. Фадеева, да? Фадеева. А, был, да? Да, хорошечно. Ну так, затягивает что-то как-то сдалека. Ой, шанс. Плохо спрашивается, как у него отхода, но у нас такое.
Андрюха, а что вы? Ну вы в субботу вообще никак, да? Нет, нам надо смотреть, понял? Когда ФДО ставят в субботу. А на следующей неделе же начнется город. Там будний день, там надо посмотреть. Может быть, и какую-то субботу возьмем. А чтобы отдохнуть, потому что там вторник, среда, жить, понял, чтобы не пересекаться. Я понял. Не, ну я думаю, что они только по субботам, да, шпили? Не просят. Ну, я им сказал, что тоже как бы, ну, я... Не, можно, мы просто не хотели здесь пулять, блядь, у него обычно еще какой-то. Не, ну они полотали, видишь. Ну, полотали там так, капа поймать можно и... Ну, в такое бегать время здесь... Не, ну ты же сразу... Тут кончится. Ну, я думаю, мы... Не на карте. Пойду я с этим. Пообщаюсь. Давай. Петром Петрович. Серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Я представляю, как тебе звонили. А. Но все равно я думаю. Ну как, здесь позвонил 15 минут, а я уже собираюсь. Ну я бы вышел вот где-то. Ну, на вопрос 15 минут. Они звонят, а я такой, ой-ой-ой. Ты понимаешь, ну да, просто здесь. Кабинка открыта. Попал. Ну видел, да? Видел? Показали, да? Серьезно? Вообще она жестко, конечно, пожелтела. Она сначала не была такой, а это прямо такая стрёмная. Не, маловероятно. Надо выкопать и развернуть. Не, разверну просто. Ну, серьезно, как варик, а чё нет? Можно её обкопать и выкопать. Красный. В смысле? За разговоры. Да ладно. Это ж как он достал его. Фишка в том, что на эту игру-то насрать. Сейчас у них вторая игра. Тут они горят и так. Еще один. Началось. Сам делал. Не надо.
нужно не уходить. Нет, 20. И этот. А 120 гривен, по-моему, у вас там. Давайте мы усилим. Ты так шаришь, ты что гонишь? Да я там был, а ты куда? Ярик играет. Тёма, помнишь? Да, да. Наши дети кто? Ничего, да, наверное. 8 собралось. Так и Виталий. Я тебя кинул, да? Дай мне лучше дома. Ну, я туда закинул бы. У меня тоже уже половины нет. Миша, он играет в компании. Нет, его... Да. Нет, ну... Миша еще на шторм, он не играл. Он приехал в аппарат. А завтра будет... За три года, блядь, надо как-то попасть.
Я думала, на Димашу кэмп. Пролетает? Ты не звонил, не спрашивал? Что у них карантин, да, на базе? Не? Да ладно, прикольно. Я думаю, что он там телепается. Ну да, уже 20 минут сыграли. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну как так можно? Фу, ты шо? Уже сэкономить-то, а? АТБ? Тут же все закрыто, ничего не купишь. Ничего не работает. Давай,
Еще 2 минуты, минуту может. Чуть раньше. Да, они раньше начали. Не успеют. Ой, я тебя прошу. Там большой кредит, но... Thank you.
Пацаны, ее за спасение хотят. Так, сейчас, я вас вытолкну.